will. Fuck all you motherfuckers. We outlaw hard stars. We run the hands of y'all. Fuck it all. I can make it happen. My rapping is similar to motherfuckers when they trapping. Blast and watch them back. I'm notorious Biggie Killer. Affiliation with death row. Niggas get their cash bill back. Food is the West Coast. Bitch, you misdemeanor. I'm raising hell like felonies. Mr. Machiavelli straight out of jail to selling knees. Intoxicated, we duplicated but never faded. Now that we made it, my adversaries is player hating. Got a Mercedes for this chick and thought I quit and got a drop top jack. For these bitches that's on my dick, I go to club in the back. I'm smoking bud in the back. I wait for niggas to trip, cause bitch I love to scrap. And mama raised me as a thug nigga. We love niggas, I'm a millionaire. Started as a drug dealer. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these chicks. Now they all wanna sue me, so fuck them all. This is how we vibe. Not knowing if we'll ever die. Catch me rolling with my motherfucking guns on my side. In case of drama, I'm the first to break wild till we all die. This is how we ride. Not knowing if we'll ever die. Catch me rolling with my motherfucking guns on my side. In case of drama, I'm the first to break wild until they all die. Сергей Анатольевич создал клуб, в котором царит хорошая атмосфера, где сплоченный коллектив собрался. С такими людьми приятно работать, они хорошо выкладываются там на тренировке и создается очень шикарная, веселая, дружная атмосфера и в клубе, и за клубом. В общем, хороший коллектив у Сергея Анатольевича получилось, как он всегда это умеет делать. Мы скорее ждем скорейшего выздоровления и возвращения его в клуб, в команду, в семью, в Core Family. Я Пелик Сергей. Тренируюсь в клубе Core Boxing. Обожаю свой спорт. Бокс для меня не просто хобби. Я болею им всей душой и всем сердцем. Добрый день, меня зовут Дмитрий Алаев. Для меня Core Family — это не только клуб по боксу, а уже и часть семьи. Хочу от лица нашего клуба пожелать нашему тренеру скорейшего выздоровления. Пусть ему сопутствуют силы и удача. Добрый день, Сергей Анатольевич. Тренировочный процесс идет отлично. Тренировки все посещают. Численность людей растет. Леня отлично справляется со своими задачами. Всем нравится, всем интересно. Я считаю, что на сегодня мы довольно-таки прогрессируем в тренировках. Добавили утренние тренировки на Эвисе, на стадионе. Бегаем. Вот, нагрузки нормальные. Все очень сильно ждем вас, думаем вас, надеемся, что вы поскорее выздоровите, сможете к нам вернуться. Вот. Верим в то, что вы дальше продолжите такие же упорные тренировки, будете у нас и дальше так гонять, вот. Дальше готовить нас к боям, к матчевым встречам. Мы продолжаем все равно тренироваться, не опускаем руки. Вот. Ну и напоминаю вам, что в конце декабря у нас по традиции корпоратив клубный, 2 года клуба, мы обязательно вас ждем. Держитесь. Меня зовут Вячеслав Шейко. Я в клубе «Кор» уже состою почти целый год. Благодаря Сергею Анатольевичу Корчинскому бокс придал мне уверенность в себе. И клуб «Кор» — это для меня стало частью моей семьи. У меня цель — заниматься, выступать, показывать хорошие результаты и всегда добиваться успеха. Сергей Анатольевич, мы вас ждем на тренировке. Поправляйтесь, выздоравливайте. Клуб «Кор» ждет вас. Скоро у нас годовщина, 2-я. Мы хотим вас увидеть. Увидеть не только на годовщине, но и в зале. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Если забыли меня, то это Владимир. Ну что, вас не хватает. В клубе царит прекрасная атмосфера. Но вот как раз вашего доблестного, а ну давайте собрались и хватит бездельничать, очень не хватает. Вы нас объединили в серьезную команду. Мы продолжаем все, что вы начинали. Это очень здорово. У нас уже не просто клуб, у нас самая настоящая семья. Но папы в доме не хватает. Поэтому, Сергей Анатольевич, давайте выздоравливайте поскорее, возвращайтесь. Мы вас ждем. Similar to motherfuckers when they trap it. Blast and watch them back. I'm notorious Biggie Killer. Affiliation with death row. Niggas get their cash bill back. Food is the West Coast. Bitch, you misdemeanor. I'm raising hell like felonies. Mr. Machiavelli straight out of jail to selling knees.
corner with my motherfucking guns on my side. In case of drama, I'm the first to break wide till we all die. This is how we ride, not knowing if we'll live or die. Catch me rolling with my motherfucking guns on my side. In case of drama, I'm the first to break wide until they all die. I rock the beat till I burn. Since me and boy, your kids from the lessons I learned. And in turn, I'm hostile, guess you could call me antisocial. Niggas shaking like they caught the Holy Ghost. When I approach them, try to politic before I smoke them. Like Sun Tzu, niggas doing to these stitches before it's done to you. And if the cops come arrest me in the evening, best believe they coming for my dogs in the morning. And if I die by sub, the death of a truther. Tell me where my niggas moment, getting blown out. I watch me murder the bird before we testify strike. What the fuck's on my nose? Сергей Анатольевич, передаю вам большой привет. Я надеюсь, вы меня помните, Серега Пелый. Ждем вас, соскучились за вашим громким голосом. Как вы тут говорите, какие мы туристы, плохо занимаемся. Соскучились, ждем, когда вы нас начнете уже тренировать. Я пришел в клуб Кор где-то полгода назад. Ощутил очень хорошую атмосферу, дружелюбные ребята. И все благодаря Сергею Анатольевичу. Он создал дружный коллектив. Все ребята друг друга поддерживают, интересуются, каждый звонит, чтобы не пропускали тренировки, чтобы все друг друга поддерживали. И это очень как бы, ну, приятно в нашей жизни, ну, мало встретишь таких ребят. Я очень благодарен, что я попал в этот клуб. Все благодаря Анатольевичу. Анатольевич начинал, и мы очень вас ждем и хотим видеть в тренировочном процессе. Возвращайтесь к нам. Познакомившись с Сергеем Корчинским, услышав его идеи, его требования, его подход к работе, те мысли добра, позитива, отзывчивости, доброжелательности, которые он доносит своим ученикам, последователям, наверное, меня это зацепило, и в дальнейшем только убедился, что в клубе действительно сформирована такая атмосфера дружбы, взаимопонимания. В чем это отображается? Наверное, когда Сергей Анатольевич, скажем, не смог с нами быть постоянно, мы в клубе решили, что мы во что бы то ни стало продолжим заниматься боксом с его учениками, с его сыном, и продолжаем это делать. Мы хотим показать, что мы семья, что мы едины, что мы хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся к нам, а продолжил с нами заниматься. В общем-то, и осталось только всем нам пожелать, чтобы это произошло как можно быстрее. Хотел передать вам привет огромный, скорейшего выздоровления. Мы вас очень-очень сильно ждем. Ребята готовятся, тренируются. Нам вас очень не хватает. Мне не хватает вашего мудрого совета. Хотел бы очень много спросить у вас помощи для младших детей, подготовки в соревнованиях, в тренировочном процессе. Скорейшего вам выздоровления. Мы за вами очень сильно скучаем. Вы нам очень сильно нужны. Выздоравливайте. Мы ждем. Анатолич, сезон бани начинается, а тебя нет. Давай возвращайся, поправляйся быстрее, потому что с 1 ноября открываем сезон бани. Без того меда и чая никак. Пацаны тебя сильно ждут, переживают за тебя. Ну, так что не давай им для этого повода. Деды не сдаются, а у тебя еще все впереди. Notorious Biggie Killer, affiliation with Death Row. Niggas get their gas bill back.